Привет, друзья! Сегодня я разберу взлом пермского телеканала «Культура». Произошел он 9 марта 2009 года. Ночью, во время показа пьесы Чехова, неизвестный хакер перебил ТВ-сигнал и пустил свое видео. Трансляция делится на 4 видео. На них изображен мужчина. На первых кадрах он просто осматривает пространство вокруг и улыбается. 25-м кадром проскакивает надпись. Она не помещается в экран, в ней написано что-то про твои глаза. Потом идет следующая видеозапись, человек съедает камеру. В следующем фрагменте этот мужчина очень быстро вертит глазом. В этом фрагменте тоже есть 25-й кадр с текстом, но текст сильно искажен и разобрать его почти невозможно. Последний фрагмент зацикленный, на нем человек начинает неестественно улыбаться, под жуткие звуки. На этом моменте трансляция возвращается. Теперь я расскажу, почему это фейк. Для того, чтобы перебить сигнал, нужно очень заморочиться, купить кучу оборудования, и все для того, чтобы показать по телевидению фейсгеновую модельку. На этой флешке тот самый ролик. На него мы потратили 175 тысяч рублей. Сколько оборудования мы купили, сколько времени потратили. И вот, наконец-то, наша мечта свершилась. Мы пустим этот ролик по ТВ. Да, очень круто. Кстати, а что на нем? Давай посмотрим. И ради этой фигни ты снял с меня 60к? Но мы же так давно хотели взломать с тобой ТВ. Мы могли эту дичь просто в нет выложить. Ты дебил, мы тебя в жопу. Проще взять видос с канала «Культура», наложить помехи и вставить ролик со сгенерированной моделью лица. Кстати, о помехах. Вы видели такие помехи? Софи, поотдохнет. Сил наберется, то есть. Вот может пока у матери-то и пожить. Согласись, не навесь. Плохой сигнал выглядит так, или так, но никак не так. Также я готов пересказать один комментарий с Ютуба, авторы Магд. Довольно плавное движение, когда камеру пожирает. Глаз уж слишком быстро передвигается. В последнем фрагменте сделайте скорость на 2 и услышите голоса солдат Альянса из Half-Life. Только реверсированный. Также хочу подметить, что это единственный ролик на Ютубе, его перезаливов нет. В новостях о нем не говорили, а это значит, что всем на... Это просто наплевать. Это тоже доказательство того, что видос фейк. Такой видос сделать очень легко. Посмотрите хотя бы на мой ролик, да, это я его сделал, и он такой же хреновый, как и взлом телеканала «Культура». Такие ролики можно штамповать по 5 в день, даже без профессиональных редакторов. И остались ли тут люди, которые еще не верят в то, что это фейк? Взлом канала «Культура» не является подлинным. Дальше буду ездить, Софья поотдохнет, сил наберется, то есть... Вот может пока у матери-то и пожить. Согласись, не навесь. Yeah.
Ты что, болен? Ты что, болен?